Чебоксарский индустриальный парк продолжает расширяться. Сегодня здесь начал работу второй по счету резидент. Старт новому производству дали в торжественной обстановке. Новый корпус позволит расширить мощности научно-производственному объединению «Каскад». Сейчас на его базе выпускают шинодержатели, соединители и системы контроля для электрошкафов и щитов. Продукция завода пользуется спросом и за рубежом. В индустриальном парке наладят и производство специальных комплектов для Министерства обороны. На новой площадке только в этом году создадут свыше 150 рабочих мест. Мы помогли стороне государства подвести коммуникации и все остальное. Остальные риски все равно же берут на себя. Это во-первых. Во-вторых, появляется новый налогоплательщик по оборотам. Пополнять будем доходную часть, а по расходной части будем направлять эти средства на повышение качества жизни жителей Чувашской республики. Новый корпус – часть инвестиционного проекта. Его реализация продолжится. До 2020 года здесь планируют построить еще одно производственное здание. Готовить специалистов предприниматели намерены уже сейчас. На открытие корпуса пригласили студентов техникумов и вузов. Создается добавленная стоимость, где мы видим, работают молодежь, и она не уезжает никуда, а находит свое место приложения здесь у нас в республике, в городе Чебоксары. Мы видим, что вкладывается в производство, видится, что вкладывается в строительство, в том числе этого корпуса, поэтому сопровождали ее постоянно. Ну и вот сегодняшний приятно пожелать сегодняшний результат.